В Ливадии спустили на воду самоходный плашкод СП «Путятин». На данный момент проходит подготовка к выходу. Пусконаладочные работы, центровка двигателей и покраска палубы. После завершения всех работ плашкод будет осуществлять рейсы между Зато Фокино и островом Путятина. Проведен спуск на воду самоходного плашкода «Путятин». Будет продолжена работа. Пусконаладка. Сейчас подтянем, потом вперед можно. Это сейчас уже работа будет подготовка к выходу. Это пусконаладка, шатовое испытание и переход. Ну, будем надеяться, что никаких там не появится каких-то дополнительных работ. Но те работы, которые планировались, они все проведены.